Что ж, друзья, мы наконец получили то, чего так долго ждали. Неофициальные рендеры планшета Galaxy Tab S7 по заводским характеристикам для производителей чехлов. Мы слышали о Galaxy Tab S7 уже пару месяцев. Samsung планирует выпустить свой следующий флагманский планшет в ближайшем будущем на мероприятии вместе с Galaxy Note 20 5 августа. А теперь у нас появляется представление о том, как может выглядеть следующий флагманский планшет Samsung. И да, он не сильно отличается от Galaxy Tab S6. Рендеры нам любезно предоставил OnLeaks. Здесь мы действительно видим дизайн, который ничем не отличается от Galaxy Tab S6. И спереди это было ожидаемо. А вот сзади, лично я ждал прямоугольный модуль камеры в духе 2020 года. Поскольку это флагманский продукт, мы знаем, что Galaxy Tab S7 будет изготовлен из металла и стекла. Сзади имеется также канавка для S Pen в дополнение к системе с двумя камерами, которая также имеет светодиодную вспышку. Это, судя по всему, 11-дюймовый Galaxy Tab S7 и также будет еще 12,4-дюймовый Galaxy Tab S7+. Дизайн хорошо узнаваем за счет антенн сверху и снизу. Некоторые ждали панель Infinity O с отверстием под фронтальную камеру, чтобы лицевые панели могли быть тоньше, но на мой взгляд с рамками вариант все же лучше. Все-таки это планшет, не уверен, что ему нужны настолько же тонкие рамки, как смартфонам. Что касается спецификации Galaxy Tab S7, мы можем ожидать, что Snapdragon 865 будет на борту, батарея увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом, до 7760 мАч. Информации о ценах пока нет, но скоро мы все узнаем. Главное, оставайтесь на нашем канале.